Я такую составил небольшую пирамидку бренда, которую любую пирамидку, вы знаете, надо снизу вверх строить, нанизывая кольца. Быстро пробегусь. Первое. Чтение специализированных книг и статей. Кто читает по своей тематике? Понятно, молодцы. У многих из вас основа есть, это здорово. Общение с экспертами и подписка на них в социальных сетях. Общаетесь, подписывайтесь. Спасибо. Все 100% участвуйте. Собственные реализованные проекты. У кого есть? Вот чтобы быть настоящим экспертом, надо что-то реализовать. Публикуйте свои успехи, мысли, идеи в блогах, в соцсетях. Молодцы. Выступайте сами на конференциях, круглых столах. Единицы. Выступайте. Ребята, я каждый раз на каждом форуме открыт. Я на своей странице в Фейсбуке пишу. Ребята, нужны спикеры, нужны преподаватели мастер-классов. Пишите мне в личку. Половина тех, кто тут присутствует, это ребята, обратившиеся ко мне через Фейсбук. В качестве спикеров имею в виду форума. Их 15 человек. Интервью для средств массовой информации. Вы становитесь интересными, они к вам обращаются. Но если о вас не знают, вы сами скажите, что я эксперт и в чем я разбираюсь. Подготовьте небольшое портфолио. Я там специалист по лошадям. Я достиг того-то, того-то, могу рассказать о том-то, том-то. Отправьте пресс-релизы местным средствам массовой информации. Есть федеральный сайт, пресс-фидер, по-моему, называется. Там ежедневно собираются все запросы от всех федеральных СМИ, журналов, каналов на спикеров, которые нужны в качестве комментаторов той или иной темы. Подпишитесь и отслеживайте. И вполне возможно, будет тематика по вашим лошадям. И вы им напишите первый коммент, потом следующий, потом к вам третий обратится и так далее.